Да отлично. Викусь, приезжай ко мне сегодня, а? Ну, поужинаем там, в клуб сходим. Хорошо? Я сейчас на вокзал еду, мне посылочку надо просто отправить по работе. Ага. Отлично. Суши, да, конечно. Конечно, куплю. Все. Давай, целую тебя. Давай, давай. Смотреть надо, куда идешь. Нет, он обалдел совсем. Черт. Собака. Здравствуйте. Парусный проезд, Южная Тушина. Полторы дорогу покажешь? Да. Полторы рублей? Ты обалдел совсем. Алло. Да я пешком за такие деньги дойду. Будьте добры, пожалуйста, два полторы больших Полторы придумал тоже. Полторы. Да, на Парусной 35, квартира 29. Парусной 35, квартира 29. Да, как долго будет? Ага, спасибо. Здравствуйте. Извините, пожалуйста, вы не подбросите нам, мне тоже на Парусную, вам же тоже туда? Я не понял, у меня что, такси написано на машине, что ли? А это не вы меня там столкнули? Я? Вы. Банку с тебя расколотил, даже не извинился. Ну, подбрось, что вам стоит. Я что, похож на доброго принца? Вы? Да. Очень. Вы не волнуйтесь, я вам заплачу 300 рублей. Ну. Не боитесь вот так вот с незнакомым типом ехать? А чего бояться? Ну, мало ли. Мне так много лет, что мне все покажется мало. Вам со мной не справиться. Даже не старайтесь. А сколько тебе? 37. Ничего себе. А там в темноте на вокзале ты мне, ну, вы мне показались моложе. Ну, ты кто в темноте? Ну, женщина, которая не скрывает свой возраст, говорят, способна на многое. Вы всегда так ездите?
А что, не нравится? Ну, вообще, лучше плохо ехать, чем хорошо идти. Ну, вас говорит старческая осторожность. Ой, нет, сынок. Банальное чувство самосохранения. Привязанность к жизни, к людям, к вещам, приводит к несвободе. Ух, да вы философ. А хотите наглядный пример? Да валяйте. Хватит, хватит! Ну вот видите. А если бы вы были свободны, вы бы просто расслабились и получили бы удовольствие. Скорость, ветер в лицо. Ну круто же, а? Адреналин. Конечно. Вот на лицо на лобовом стекле было бы куда круче. Где таким придуркам права продают? Ты вообще меня чуть не угробил, сынок. Выходи. Не выйду. Я сказал, выходите. Не выйду. Я здесь за 300 рублей вообще никого не поймаю. Меня это не волнует совсем. Да, аккуратно. Ты так хоть банк переколошматил. Аккуратно. Но... Сумки ваши еще. Все, до свидания. Прощайте. Еще на одну встречу с вами у меня нервов не хватит. Удачи. Целы? Коленку разбила. Вы зачем на дорогу-то выскочили? Как привидение, а? Что там? Скорую, да, вызвать? Скорую нужно? Тебе вызови скорую. Не надо орать на меня только. Я, между прочим, за вами вернулся сейчас. Я не просила вас возвращать. Свалилась на мою голову-то, а? Thank you.
слушайте, не смешно. Ты что ж такое, а? Слоненок умолк и размазывал сок. Он догадался, ворон без труда. Наверное, с кем-то случилась беда. Котеночек, привет! Ой, извините, пожалуйста. Скорее всего, я не тот котенок, который вам нужен. Я не знаю, вы знаете, его, кажется, нет. Я... Ты вообще откуда взялась, дура? Что? Сама ты? Идиотка. О, вот и котенок. Я в аптеку бегал, думал, как вас откачивать. А вы, я гляжу, уже освоились. Вот бинты, зеленка. Держите. А что, котенок? Дама звонила, котенка спрашивала. Я сказала, что нет котенка. Тебя же Антоном зовут? Вообще, по-моему, она меня как-то не так поняла. Хамка, между прочим. Я понял, конкретно. Какой голос у нее? Обычный. Вика. Ревнивая, вспыльчивая. И хамка. Я убью вас сейчас! Давайте. Третья попытка может оказаться успешной. Ой. Ну, извините меня, пожалуйста, я действительно не должна была брать трубку. Пустяки, что вы. Да ладно. Не переживайте, объяснитесь потом как-нибудь. Я не переживаю, я из-за пустяков никогда не переживаю. Кстати, как вас зовут? А, неважно. Азалия Викторовна. Вы вроде бы очень спешили. Я вас отвезу. Парусный проезд, дом... Дом 35. Квартира? Квартира 24. Отлично. Вот, ваш сумарь, вот дверь, там лифт, этажом ниже, ваше счастье, наверное, уже заждалось. А, вы в одном... Слушайте, это смешно. То, что вы в одном доме, это очень смешно. Спасибо, сейчас. Что? Что опять случилось? Ой. Нет, нет, ничего, сейчас. Голова просто немножко загружилась. И что? Мне вас теперь на руках нести? Спасибо, я за сегодняшний день уже вас натаскался. Не надо таскать меня на руках. Вы спуститесь, позовите, его зовут Никита. Он поднимется и заберет меня отсюда. Что только не сделаю, чтобы больше вас никогда не видеть. Спасибо, вы тоже мне очень понравились. Извините, а Никита, это вы? Что? Никита, вы? На кухне посмотрите! Никита... Извините, Никита, это вы? Да, это я, что? Имя Азалия Викторовна вам что-нибудь говорит? Заза? Она что, здесь, в Москве? Черт, как не вовремя-то, а? Наверное, решила сделать сюрприз. Да, она любит это. Но, тем не менее, она здесь. И сейчас хочет, чтобы ты поднялся на 8-й этаж и привел ее сюда. Простите, а вы не могли бы ее у себя немного придержать?
А потом я ребят провожу и обязательно за ним подниму. 29-я квартира. А телефон какой у вас? По справочнику посмотри. Ой, ты сама такая! О, Викусик, привет. Антон, ты извращенец. В смысле? Да отойди от меня, это что такое вообще? А, ты о ней. Ага, я о ней. Ты неправильно поняла. Я, стой, конечно, ты неправильно, да, просто поняла, конечно. А я посадила ее в машину, просто случайно. А, машину, у вокзала, просто сжалился. А, случайно. И потом сбил ее, совершенно. Ты у нас жалостливый, да? Молодчинка моя, ну и что дальше? Не может у нас ничего быть, да. Ей 40 лет. Ты да посмотри на нее, равно, что может быть? Ей подумай лет, хорошенько. Я знаю тебя. Не 40, а 37. Уйди отсюда. Уйдите отсюда. Викусь, стой, ну как, ну что ты думаешь обо мне? Ну правда, ну посмотри, у нас же все хорошо, о чем? Я думаю о том, что ты извращенец. Если ты перешел на пенсионера, давай, я тебя еще с бабушкой своей познакомлю. Ты какие бабушки, Викусь? Не звони, да постой, мне да... больше, Вика, видеть тебя Вика, не хочу. Да что ты? Вы зачем открыли дверь? Это вы ее не закрыли. Нельзя быть дурой в 37 лет! Угу. Кто-то еще совсем недавно говорил мне, что... Чувство привязанности к людям, к вещам лишает человека свободы. Чуть меня по стенке не размазал, демонстрируя, какой весь свободный, независимый. Ну ничего. Викой больше, Викой меньше. И вообще, где Никита? Вы позвали его? Да ваш Никита! Что? Ну, там не было никого. Я записку оставил. Господи. Он в институте, наверное, еще. Открыть? Ну что, вы что делаете, да? Вы с ума что сошли совсем? Вы... У меня там вещи. Идите, я сказал. Здравствуйте. Здрасте. Доставка суши. Две порции. Вы заказывали? Да, я. Вот. С вас 1240 рублей. Так, вот вам. Без сдачи, возьмите. Просто как позавтракал, так ничего не ела. Спасибо, очень вкусно. На здоровье. А вы чего не едите? Ну, правда, не переживайте так. Вернется ваша Вика. Поверьте моему опыту. Не стесняйтесь, ешьте. Спасибо. А сколько лет этому вашему Никите? 18. Издалека? Из Брянска. То есть ему получается 18, а вам, значит, 37. М? Хочешь? А кто такая Заза? Заза? А ты что, ревнуешь, да, меня? Я? С чего бы это? Ну да, действительно, с чего же я это взял? Ну, может быть, я нравлюсь тебе, нет? Может, ты нравишься, но не более того. Вы к нему аж из Брянска приехали. Я к нему из Владивостока приехал, день рождения все-таки. Тяжелый случай. Ой. У вас очень легкий. Ну что, вернемся к нашему предыдущему спору? По-моему, ваша теория терпит крах, глядя на вас. Ничего подобного. Никакой привязанности ни к вещам, ни к людям. Угу. Наблюдала сейчас. В коридорчике. Нравится? Красиво. Ешьте, ешьте. А я ем, ем. Понимаешь, Ники, ревность — это нечто иррациональное, напрасный расход энергии. Последний раз со мной это было в 5 классе. В гости к моей подруге пришел один мальчик, очень красивый. Он мне так понравился, что я подошла и со всего размаху залепила ему пощечину. С тобой опасно иметь дело. А сейчас я встречаюсь с парнями и каждый раз знаю, почему я это делаю и чем все это закончится. И это нормально. Так а со мной почему? Ты забавный.
тебе не интересно узнать, кто такая Заза? Да, в общем-то, нет, просто мне показалось странным, что... Заза, это моя мама! Мама? Так вы его мама? Ну, конечно, мама, кто еще? И мне интересно знать, где мой сын шляется в такое время. Слушай, они что, с ума посходили, что ли? Глухие, я не понимаю. Я подумал. Я бы на твоем месте либо пробки им вырубила, либо уши поотрывала. А что ты подумал? Господи, еще извращенец. Не, я просто когда его увидел, думаю, ну он какой-то слишком молодой для вас. А когда ты его видел? Когда-когда? Давно. Мы ж соседи как-никак. Я всего лишь на этаж выше живу. Это из его квартиры музыка? Заговор устроили, да? К нему мать приезжает, а он видеть не хочет, на порог не пускает. Ну, я ему сейчас устрою. Ну, почему заговор-то? Я... Мать приехала, а он видеть ну, не почему хочет. Заговор? Посмотри, ведь я сговорились, перепутал а? Квартиры, наверное. Вы квартиру же сами сказали. Перепутал, 24 или 25, да? А? Сейчас. Сейчас, мы убьемся, мамочки, сейчас. Ну, я ему сейчас устрою. Слава Богу. Ма? Никитёнок. Сына моя. Мам, подожди. Сына моя. Аккуратно, это очень все тяжелые там банки. Погоди. Огурцы, помидоры, грибы. Ой, здравствуйте. Вообще, Заза, могла хотя бы позвонить. Я хотела тебе сюрприз сделать. Оставь, пожалуйста, это. Кому нужна твоя уборка? Хозяевам нужна. Они же мне звонят. Так, сейчас, Никита, ну, сейчас, подожди. Сейчас. Вот. Подожди-ка, дай-ка я тебе клинички положу. Вот. Никита, ну, какой же ты тупой. Так, держи. Вот, смотри. Огурчики, помидорчики. Дядя Сева тебе передал. А как там дядя Сева, кстати, поживает? Нормально, как всегда. Вот чесночок мой, твой любимый. Так. Колбаска брянская. Mm-hmm. Никитёнок, забыла, Никитёнок, забыла. Сейчас. Ой, забыла. Вот, вспомнила, вот. Вот фотография твоя любимая. Помнишь, да? Пойдем, ребятам покажем. Мам, ну хватит, а. Никитёнок, ну прости, пожалуйста, я соскучилась просто очень. Мам. Ой, здрасте. Здрасте. Ну? Никит, слушай, мы уже поедем в клуб, а то просто опоздаем. Вот, и маме отдохнуть надо. До свидания. До свидания. Никитёнок, это девочка твоя? Нет, хорошо, что девочка, а то у тебя Серёжка, я подумала. Мам, это Килька, она звезда в нашей компании, ты чего? Капуста, я же привезла, Никит, забыла. Никит, пошли. Мам, я пойду ребят провожу и вернусь, хорошо? Ребят, пойдемте скорее уже. Ребят, подождите, у меня дверь открыта осталась. Вещи у меня забыли, я вот решил вам... Сгинь, а? Это вы из-за сына, что ли, тогда? Ну, подумаешь, поехал сын с друзьями отдохнуть. Да что такого, вы что? Действительно. Что такого, мать приехала? Успокойтесь. Явится ваше чадо завтра. Целым и невредимым. А я хочу, чтобы... Чтобы он здесь сейчас был со мной.
и имею на это право. Да. Не смешно. Извините, но просто вы ведете себя как покинутая возлюбленная. А ты, мальчик, много разглагольствуешь. Ты сначала роди 18 лет, подними его, воспитай. Пожертвуй для него всем образованием, карьерой, личной жизнью, а вот потом поговорим с тобой. Влюбленные женщины, конечно, страшные люди. Ты думаешь, что говоришь? Баб много будет, а мать одна. Ну, так и не делайте его идиотом. Ну, вы приехали к нему на праздник, испортили его. Сейчас еще материнские ваши проклятия шлете ему вслед. Вы попытайтесь как-то встать на его место. Посмотреть на жизнь его глазами. Вы в клубе хоть раз были? Нет. Ну, а почему нет? Потому что не собираюсь. Видите? Поехали. Два билета. Эй, женщина, вы куда? Подожди. Сегодня не ваш день. Слушай, ну в чем проблема? Со мной девушка. Пойдем. Зачем это шлепнули? Неважно. Это билет? Пойдем туда. Я как золушка на балу. А я, значит, все-таки ваш принц. Пойдемте! Это непропорционально! Там, поищите его за столиками. Я выпить пока нам возьму. Хорошо! Одну маргариту и воду без газа. Че, обнаглел, что ли? Сейчас встречайте! Группа! Спасибо. Дверь откроешь и, наверное, удивишься, почему я пришла опять без спроса. И тогда аккуратней. Я скажу, возьми подарок, ты ответишь мне возьми. Эти глупые ботинки из Италии. Угощайтесь. А что? Маргарита, сегодня все для вас. Я уж поняла. Пойду внизу его посмотрю.
Девушка, я тут Золушку потерял, не видели? Жаль очень. А то принц, знаете ли... Знаете ли, принцы все давно уже вымерли. Зато добрые феи остались. Ты опять будешь говорить, что я в чем-то виновата? Зачем ты потащил меня в этот клуб? Чтобы я убедилась, что не нужна ему больше. Я не виновата, что он единственное, что есть в моей жизни. Ну, стойте. Ну, куда вы идете? Стойте. Ну, стойте же. Ну, вы же города не знаете совсем. Давайте я вас отвезу. На вокзал. Отвези, пожалуйста. Проходите. Я вам на диване сейчас постелю. Вы успокоитесь, выспитесь. А завтра на свежую голову решите, как вам дальше быть. Да чего уж тут. Я уже все решила. Ну, смотрите, дело ваше. Ты один живешь? Не хотелось бы с кем-нибудь еще сегодня объясняться. Вы что, считаете меня бабником? Я родителей имею в виду. Да нет, квартира моя целиком и полностью. Где ж такие стипендии платят? Что такие квартиры покупают? Подарок предков на день рождения. Отец работает за границей. Ну, они приезжают. Два раза в год. Золотые предки. Квартиры и машины обеспечили. И не мешают. Я был бы не против, если бы чуть больше мешали. Слушай, оставь ты это белье, пожалуйста. Я не засну все равно. Можно я душ приму, а то как-то после поезда. Душ наверху. Там халат чистый и полотенце. Спасибо. Спускайтесь вниз. Вам надо выпить, у вас сегодня трудный денек выдался. Хотела поблагодарить вас. Спасибо, что не бросили. За взаимопонимание разных поколений. Только этого не хватает. Да. Да. Ваш сосед снизу. Скажите, а мама у вас? Да. Вы извините, что так получилось. Я скоро приду за ней. Она себя нормально вела? Я всегда себя прилично веду. Я всегда себя прилично веду. И можешь больше не бегать от меня. Я уезжаю завтра. Дрянь какая. Налейте-ка мне еще, пожалуйста. Ой. Давай. Ну, чего? Зубы. Зубы. Ага. Вот так, зубами зажимай. И вдыхай. Что? Фу. Попробуешь еще? Что? Обалдел совсем.
Куда ты собралась? В магазин, а то холодильник совершенно пустой. В 6 утра. А, да, наверное, закрыто. А ты что так рано вскочил? Ну, дверь тебе хотел помочь открыть. Не холодно, а то, может, одеться? А что-то не нравится? Почему нравится? Так и будешь сидеть. Поднимайся. Да, я все понял, спасибо. Так. Поезд в 10 вечера, билеты только за 3 часа продают. Я тебе ключи оставил на диване возле двери. Я вернусь и отвезу тебя. Это совсем не обязательно. Ну, как тебе удобно? Нет, это как тебе удобно. Я напрягать тебя просто не хочу. Мне не очень сложно это будет сделать. Ну, вообще я сама могу. Как тебе удобней. Может, все-таки дождешься меня? В общем, одевайся, поедешь со мной. Только побыстрее, у меня времени мало. Ну и куда мы едем? Курсовую мою сдавать, хвост с прошлой сессии. В институт к тебе? Нет, в мастерскую, к моему руководителю. Я просто тоже в архитектурном училась. Да? Правда? Но после первого курса... Ну, вылетела. Если мне Юрлов зачет не поставит, я тоже вылечу. У нас тоже был Юрлов на курсе. Сережа. Талантливый парень. Сергей. Наш тоже Сергей Сергеевич. Знаешь, и возраст он примерно твоего. И что? Рядом с тобой я готов верить в любые совпадения.
Смотри на дорогу. Смотрю, смотрю. Смешно будет, если это он. Здорово будет, если он. Он же не сможет отказать в просьбе бывшей однокурсницы. А? Мне нужно сделать подарок Юрлову. Сейчас я его сбегаю куплю. Подожди меня здесь. Она не берет. Все, я быстро. Никуда не уходи. Что-то она сильно опаздывает. Попробуй ее набрать. Слушай, у меня такое ощущение, что эта корова нас просто кинула. А что, если она вообще не придет? Что значит не придет? У меня через полчаса эфир. Звони кому хочешь. А это кто? Эй, куколка! Девушка! Девушка! Девушка, подождите! Девушка! Здравствуйте! Девушка, здравствуйте! Андрей Иванов, программа «Копи энд копи». Не хотите принять в ней участие? Нет, конечно! Прекрасно! Пойдемте с нами! Да пойдемте, я послушайте, человек! Послушайте, стилисты нашего салона приведут вас в порядок, поменяют вам полностью имидж, вас переоденут. Идем. Совершенно бесплатно! Ну, я сказала уже не могу, у меня ждет человек! Посмотри на себя, кикимора, ведь без слез невозможно посмотреть. Пойдем, там из тебя сделают королеву! Да не хочу я королеву! Меня ждет человек! Успокойтесь, вам непременно понравится. Да, нет, мне все готово? Приготовились. Начали! День добрый, дорогие друзья Гламура. В эфире «Копи энд копи» и я ее ведущий Андрей Иванов. Нашу сегодняшнюю героиню зовут Азалия. Какое прелестное имечко. Ей 37 лет, и она работает главным инженером в Брянске, не так ли? Послушайте, меня ждут. Сегодня со стилистами нашей имидж-лаборатории в The Lab мы вернем нашу красотку в ее молодость. И все это всего за один час. Итак, друзья, прошу начинать. Превращение начинается. Это микрофон, сюда говорим. Вон там камера, туда смотрим. На мой вопрос, понравилось ли вам это все? Отвечаем. Все просто супер. Большое спасибо. Новый образ навеял на меня воспоминания молодости. Завтра начинаю новую жизнь, и все это с блеском в глазах. Ты поняла меня? Побольше позитива. Начинаем. В молодости я почти не красилась и не ходила на дискотеки. Я просто не успела. Не знаю, может быть, я выгляжу смешно? Выглядите просто супер. Спасибо. Но даже если я выгляжу смешно, а может быть, даже глупо, я чувствую себя... Отлично. Легко. Будто мне вернули украденное. И, кстати, где мои вещи? Знаете, за то, что вы приняли участие в нашей передаче, мы,
От компании FD Lab дарим любой наряд на ваш выбор. Пожалуйста, выбирайте. Да. А можно вот это? Рот закрой. Ну что, пойдем к твоему Юрлову? Ну ты... Ну ты даешь. Класс. Как ты... Ну вообще... Слушай... Потряс, ты где была? Я же ведь чуть не уехал. Я же... Да-да, входите. Входите! Сергей Сергеевич, извините, можно, да? Простите, я все никак вам не мог довести. Все не получалось. Ну, здравствуй, Юрлов. Не узнал? Заза? Юль, спасибо на сегодня, все. Да. До свидания, Сергей Сергеевич. Тебе всегда нравились высокие, пышногрудые блондинки. Какой ты стал, Юрлов. Ну, как ты? Ну, как? Вот, пишу, не бросил. Завкафедрой стал. Ну, не бог есть какая звезда, но кое-чего добился. Чаю хочешь? Антон? Чайник поставь, пожалуйста. Там на столе все. Разберешься? Разберусь. Это твой, что ли? Ну, знал бы, с курсовиком не мучил бы так. У меня у самого вон двое. От двух браков две дочки. Ну, правда, сейчас в разводе. Дела, работа. Ну, на тебя похоже. Мои дети все на меня похожи. Ладно, что мы все обо мне. Ты-то как? Я нормально. Работаю, не замужем и никогда не была. А что так кисло-то? Меня, что ли, ждала? Выглядишь, кстати, потрясающе. 20 лет как не бывало. Ждала, Юрлов. Ждала. После того, как... Ну, в институте появиться не могла? Помнила, что ты в Перово живешь. Один раз тебя 4 часа у метро прождала. А что, в институт-то не смогла зайти? Да беременная была. Да? Да ты что? Антон, тебе сколько лет сейчас? 23. Да ладно, расслабься, при чем тут он? Ну, подумал. Да? Напугала. Ну да. Напугала. Все-таки ты скотина, Юрлов. Как же я тебя ненавидела, когда уехала. Представляла, как ты тут по дискотекам, по девочкам лазишь. Походы, студенческие весны, жуть как ненавидела. Ну, молодые были, что творили-то сейчас? Вспомнить стыдно. Да, ты знаешь, я все думала. Вот встретя тогда тебя в метро, и все могло быть иначе. А сейчас, думаю, хорошо, что не встретила.
И все так, а не иначе. Да? Да. Извините, я, наверное, пойду, не буду вам мешать. А, да, иди, иди, про курсовик потом поговорим. Ну, значит, тебя все устраивает? Все, все отлично. Вот любовник молодой. Кстати, ты курсовую ему зачтешь? А? Ну, будем считать, что договорились, да? Пойдем. Пока, Йорлов. Смешно. Смешно. Да. Совпаденница. А он как ничего и не было. Так он так и не понял, что Никита его сын. Парк Горького обожаю. Была на первом концерте. Я на последнем был. Здорово. А я думала, ты слушаешь вот то, что в клубе орало. Конечно, я еще бабник, наркоман, бездельник. Машина, останови. Поцелуй меня. Подожди, подожди. Ну подожди. Потерпи, потерпи чуть-чуть. Сейчас пойдем домой, откроем шампанское. Обожаю открывать шампанское, только мне никогда в бокал не попадает, все мимо проливается. Не, ну если все шампанское попало в бокал, это уже не праздник, правильно? Угу. Тихо, тихо, тихо. Давай до дома дойдем. Ой, ну, пожалуйста, один поцелуйчик. Не уходи сегодня, сына. Танцевать будем? Да как глупо звучит. Ну почему глупо? Конечно, будем. Потому что... Не уходи, пожалуйста. Потому что романтика такая нынче архаика. Я даже заметила, что вы, молодежь, вы на самых трогательных моментах в кино вы не плачете, вы смеетесь. А они шифруются просто. А я не шифруюсь. Ну ты видишь, я же становлюсь романтичней. Все с тобой романтичней. Давай так, мы сейчас пройдем, потанцуем, и я тебе обязательно... Антуш, танцы отменяются. Здрасте. Танцы отменяются. Сейчас хоровод будем. Я с тобой пришла поговорить. Я к тебе. Ну, давай. Ты что, меня на нее променял? Антон. Вик, ты, главное, не нервничай сейчас, ладно? Отлично. Антон, а что значит не нервничать? Ты видишь мое состояние и не понимаешь, что происходит. Антон! Ты знаешь, что я терпеть не могу нервных женщин. Я сразу от них избавляюсь. Сразу же. Далеко и надолго их посылаю. То есть, получается, ты меня сейчас посылаешь? Антон! Так, тихо. Я тебя прошу, пожалуйста, давай сейчас успокоимся. Я погорячилась. Я вчера была не права. Я не знаю, что со мной случилось. Ну, прости меня, правда. Ну, прости меня, Антон. Идите, разбирайтесь в квартиру. Ты можешь вообще не лезть к нам, а? Антон! Ну, прости, прости, я срываюсь, потому что я уже не понимаю, что происходит. Ну, пожалуйста. Пожалуйста. Ты не пойдешь никуда. И ты не пойдешь ко мне, потому что ее я приглашал, а тебя не приглашал. Все. Как? То есть ты, получается, меня приглашаешь, когда надо потрахаться со мной?
Ну зачем ты такая? Ну что, я Вику, что ли, не знаю? Ей плевать на всех и вся, кроме клубов. Бедная девочка, господи, наверное, весь вечер вчера пронянчил телефон в надежде, что ты позвонишь. Потом вычеркнул номер, решив, что больше никогда тебе звонить не будет. Ну вот незадача. Пока вы встречались, умудрилась выучить его наизусть. Несколько раз порывалась набрать, но не набирала. Из-за мелкой гордости. Ну и надежды, что ты сам ей позвонишь. Легла утром, проснулась, не выспалась. Поняла, что звонка ждать бессмысленно. Примчала сюда, готовая ковром перед тобой стелиться. Даже если бы ты сказал, что ты на Луну улетал, поэтому и не звонил. Она бы с удовольствием поверила. Смешно. Обхохочешься. Ладно, праздник не задался. Почему? Сейчас все, мы почти дошли уже. Там уже шампанское, свечи, все. Я не хочу. Поезжай к Вике. Я хочу, чтобы ты сейчас поехал к Вике. Я хочу с тобой побыть. Я сказал, поезжай. Ты сейчас действительно хочешь, чтобы я поехал к Вике? Да, я хочу. Я тебя вообще не понимаю. Не поймешь, не старайся. Ладно. Ты куда? Я к Вике. Зачем? Ты сама меня попросила, чтобы я поехал к Вике. Да, я попросила. Я позвоню ей. Потом. А сейчас мы пойдем ко мне, хорошо? Не надо. Ну что не надо? Скажи мне, что не надо? Ну звонить не надо. Нужно, ну как-то лично можно сказать это. Пойдем. А почему так по-дурацки ухмыляешься? Пойдем, а? Пойдем. Нет, ты мне объясни, почему я, когда я с тобой разговариваю, говорю тебе серьезные вещи. У тебя на устах все время какая-то не по... Ой! Подожди, подожди, я не договорила тебе. Все время дурацкая улыбка. Ты все время так много говоришь. Прости, пожалуйста, видишь, все из-за этого. Помолчи. Пожалуйста, помолчи. Дверь закрой. Привет. Привет, я к тебе. Ты пришла зачем-то или просто так? Нет, если не кстати, то так бы и сказал. Не-не-не, ну постой, куда ты? Как твоя мама? Никак, она пропала куда-то, я ее не видел со вчерашнего дня. Как пропала? Так что ж ты сидишь, надо же что-то делать. А что я должен делать? Бегать по всей Москве с громкоговорителем, орать «вернись, я все прощу» или что? Как ты можешь так говорить, вдруг с ней что-то случилось? Слушай, ты можешь меня не доставать, а? Я сам не могу себе места найти, я даже дяде Севе позвонил уже в Брянск. Не надо было ее одну дома оставлять. Что? А кто мне сказал, поехали в клуб, а мама без нас отдохнет, я или ты? Мало ли что я говорю, больше меня слушай. Молодец, вот и верь вам после этого. Ну что ты смотришь-то? Слушай, просто она обиделась на что-то на меня, понимаешь? Она успокоится и вернется. Скажи, ты зачем пришла? Ну, я хотела поговорить. Я хотела сказать, что я соскучилась. Ты сейчас серьезно? Ну, почему нет? Нет, ну просто я подумал, что, может быть, я забыл позвонить тебе и... Это сейчас шутка, да, какая-то у тебя? Я что, похожа на девушку с тугим чувством юмора? Нет, ну просто, по-видимому, у нас с тобой разное чувство юмора, вот и все. Что такого в том, что я сказала, что я соскучилась? Да ничего, просто странно, вот и все. Ник, я к тебе пришла по-человечески поговорить. С тобой, наверное, ничего не получится. Почему? Покачину. Знаешь, чем человек в 17 отличается от человека в 37? Знаю. Ничем. Семен больше трус. Как ребенок. В 3 года спокойно хватается за раскаленный утюг, а в 5 лет прекрасно обходит его стороной, зная,
что будет больно. Посмотри мне. Посмотри, посмотри. Ты... самая... чудесная. Прекрасная. Тихо, 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 тихо. Правда. Может, дари до ночи, но не завоеватель я, но ведь уже не воин я. На вашей территории я пленная стою. Ла-ла-ла-ла. Сходи за шампанским. За шампанским. Угу. Хочу шампанского, настоящего. Настоящего? С пузыриками. С пузыриками хочешь? Угу. Сейчас. Сейчас будет шампанское, будет сейчас пузыри, фейерверки. Антон! Чего? Майку забыл. Сейчас. Я мигом. Ну а сказать-то ты что хотел? Да не важно. Ну а все-таки? Ерунда. Ну ладно, пока. Все. Все, успокойся. 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 Не успела. Я видела, как он вышел. Поговорим? Да, проходите. Я даже сама хотела. Я смотрю, вы освоились тут. Мальчика знакомая. Угу. Я не успела. Зеркальце найду свое, ладно? Да, конечно. Я хотела вам сказать, что... Секунду. Значит, ситуация следующая. Я, конечно, все прекрасно понимаю, что Антон вами увлекся. И то, что у вас все так замечательно. Только это ненадолго, дорогая моя. Я понимаю. И я не понимаю, как вам вообще нравится выглядеть посмешищем. В Швеции, милочка, хорошо, когда дама старше своего кавалера на 15. А то и на целых 20 лет. А в Швеции так можно? Да. Да, дорогая моя. В Швеции так можно. А у нас нельзя. Некрасиво получается. Действительно. Угу. Ты пойми, что это все игрушки. Понимаешь, да? Что ты выглядишь посмешищем. И если честно, то по-человечески мне тебя очень жаль. Спасибо. Пожалуйста. Я знаю Антона очень хорошо. Я знаю, что ему нужно. Ему нужны тусовки, тёлки, клубы. И я к этому привыкла, понимаешь? И я не понимаю, почему ты не можешь оставить нас в покое. Оставь нас в покое, мне он нужен. Что мне нужно сделать для тебя, скажи? Что мне еще нужно сделать? Ну, хочешь, я прямо сейчас, вот здесь, перед тобой, на колени встану? Давай я буду тебя умолять, просить, пожалуйста. Ты идиотка, в конце концов. Скажи, пожалуйста, ты глупая. Неужели ты ничего не понимаешь? Давай, уходи. Ты глупая! Иди, 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 иди. Я никуда не пойду. А при следующей встрече я расскажу тебе о моих беседах с Лениным. Угу. Ты же не сомневаешься, что я его ровесница? Не, нисколько не сомневаюсь. Иди, говорю. Я никуда не пойду, я сказала. Пойдешь? А-а. Да ты вменяемая вообще, ты что делаешь? Ты нормальная? Нормальная? Вообще не уверена, что вполне вменяемая. Ты пришел. А я ключи забыл. Мама.
Сынок! Ты что делаешь-то, а? Я? Благодарю вот молодого человека за то, что он помог мне, составил мне компанию, пока ты развлекался. Тебя сутки не было, а я волновался. Не было. Да? Не волнуйся, вот. Как видишь, со мной все хорошо. Ты с ума сошла? Никитенок. Ну, ты взрослый мальчик, я сама разберусь, хорошо? Но ты... Вот, вот. Вообще, вы даже подружиться могли бы. Малыш, ты иди домой, я скоро приду, пожалуйста. Ну, пожалуйста, иди. Ну, я очень тебя прошу. Иди. Ну, иди. Ну, пожалуйста. Шампанского? Я сошла с ума. За сумасшедшим. За свободную и независимую. Подожди, подожди. Я что-то сказать. Хочу. Скажи мне. У тебя действительно никого нет? А? Ой, маечку. Привет. Привет. А ты как здесь? Ты же Москву не любишь. Да вот решил. А то с тех пор так ни разу и не был. А, тебе Никита позвонил. Здрасте. А это тот молодой человек. Ты нас представишь? Это Антон? Это... Сева? Сева. Гляжу, вы куда-то собирались. Тогда мы идем втроем. Ну и как давно вы знакомы с Зазой? С Азалией Викторовной? 1000 лет. Старые друзья. Материал для эфира вовремя сдали. Вот. Сева ведет программу на телевидении с молодежью. Молодежь обрабатываете? Да. Обмен опытом между поколениями. Полезная, знаете ли, штука. Почти всегда. Ну почему почти? Всегда полезная штука. Погоду еще объявляет. У меня прямо комплекс неполноценности вырабатывается рядом с таким совершенством. Кстати, напрасно иронизируете. Да? Да. Комплекс неполноценности – большая проблема для современной молодежи. Чтобы доказать себе и другим, что они чего-то стоят, молодые люди готовы на все. Занимаются экстримом, коллекционируют всякую дребедень, заводят себе экзотических любовниц. Как печальна участь современной молодежи. Кстати, а экзотические – это какие? Например, такие, которые старше тебя на пару десятков лет. Да, я чего-то не заметил. Ну ладно, все, хватит. Это мое дело, сколько мне лет, сколько ему лет, вообще, что мне дальше делать, как жить. Это мое дело. Ты же знаешь, что он тебя бросит. Угу, понимаю. Побежали? Завтра я уезжаю. Утренним. 7-часовым!
до Брянска. Я просто не понимаю всех этих женщин, вот и все. То она звонит и говорит, я соскучилась, да, в истерику, а то до нее не дозвонишься даже. Ну, если так себя ведет, значит, любит. Любит. Можешь не сомневаться. А-за-за, че учудила? Ну вот что она хотела нам доказать этим? И вообще, в ее возрасте уже себя так не ведут, нет? Она что из нас посмешище делает? Ну-ка, все. Хватит. Я не позволю тебе так говорить о матери. Дурак ты еще. Никто и никогда тебя не будет любить так, как она. Бывают только две любви. Искренние и бескорыстные. Это первая и материнская. Во всех остальных случаях любят за что-то. За молодость, за красоту, за талант. Всегда какая-нибудь причина. Могла бы переехать в Москву. У меня можешь пока пожить, пока будешь работу там искать. Я серьезно. Значит, ты переедешь ко мне. Сейчас в наше время очень легко все это решается. Ну, и Никита у тебя уже в Москве. Чего тебе в этом Брянске ловить? Ты слушаешь меня? А? Ты слушаешь меня или нет? А? Так хорошо. Вещи все взяла?
Похож? Похож. Пожалуйста, 9-11. Спасибо. Убери бутерброды. Я не стану есть твои бутерброды. Зачем ты приехал? У меня было бы еще несколько дней. Вам кого? Извините. Заза! Простите. Заза! Ради бога, извините. Заза! Я тебя не держу. Можешь выйти на первой же остановке. Но заметь, ты же сама решила уехать. Значит, у тебя были на то причины. Интересно, куда они успели испариться за несколько часов. А вы из какого вагона? Мне нужен начальник поезда. Предъявите. Не могу, мне нужна одна женщина. Предъявите. Начальник поезда, скажите, в этом вагоне или нет, пожалуйста. Где он? Иван Васильевич, к вам пассажир. Иван Васильевич, пожалуйста, очень нужна ваша помощь. Я вас умоляю. Ну, в чем проблема? Мне нужно объявить одну женщину очень, пожалуйста. Мы знаем друг друга. 100 лет. Я был нужен тебе, как любой женщине бывает нужен мужчина.
Ну, разумеется, ничего, чтобы тебя связывало. Ведь ты вся принадлежала сыну. Я ждал. Долго ждал. Пока наступит такой момент, когда ты поймешь, что сын уже взрослый, что можно пожить для себя. А тут вот он я, под боком. Уютный, хозяйственный, непьющий. И что ж получается? Такой момент наступил и достался какому-то мальчишке. Умоляю вас, это очень-очень важно, пожалуйста. Ну, давайте поможем человеку. А? Ох, влетит нам, если начальство узнает. Один раз живем, пожалуйста, умоляю вас, пожалуйста. Уважаемые пассажиры, прослушайте, пожалуйста, объявление. В нашем поезде едет самая красивая женщина планеты. По крайней мере, так считает ее друг Антон. Ее зовут Азазель... Азалия. Простите, Азалия. А попросту Заза. И мы передаем для нее песню. Пожалуйста, дайте мне, я умоляю вас, пожалуйста, дайте мне. Заза, вернись! Хочешь, я буду глупым, буду смешным, дурацким, как сейчас. Только вернись, я очень тебя прошу, я... Я тебя люблю. И даже если ты уедешь в свой Брянск и не вернешься ко мне, я тебя все равно найду там. Брянск? Какой Брянск? Если она живет в Брянске, зачем она едет в Житомир? Да вы же сели не на тот поезд. Я на тот поезд сел. Я это седьмой путь, я видел сам. Шестой. Платформа одна, пути разные. Ответов, любовь.